Ежемесячно в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева проходят приемы депутата Государственной Думы от Московской области Владимира Кононова. К народному избраннику жители Ленинского района идут в основном с вопросами благоустройства дворовых территорий, здравоохранения, устройства детей в детские сады и школы. По мнению депутата, на первый взгляд, это самые простые темы, но в то же время самые сложные, потому что требуют его частного вмешательства. Я не просто пишу письмо, там депутатский запрос, как депутат Госдумы, который ведет прием в приемный председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева. А я еще и стараюсь подходить неформально, обязательно выхожу на этого руководителя, стараюсь понять причину, почему не выполнен то или иное поручение, и помочь его решить. Галина Сергеева на приеме у депутата Кононова побывала впервые. До этого со своей проблемой она обращалась только к представителям местной власти. Женщина просит помочь решить ситуацию, которая сложилась в ее квартире, где она живет вместе со своим братом. Жилье не приватизированное, ответственный арендатор – брат. Выселить его или разменять квартиру по закону Галина не может. Остается только надеяться на стороннее вмешательство. Жить невозможно, там невозможно кухню пользоваться, ванна, туалет, все. Там все разломано, все. Сделать невозможно ремонт, потому что везде хлам и мусор. Он избивал меня, я в больнице лежала, понимаете, как. Я решить проблему не могу. Для решения этой проблемы Владимир Кононов назначил встречу с одним из заместителей главы Ленинского района, чтобы вместе подумать, какую помощь можно оказать Галине. Записаться на прием к депутату можно в общественной приемной. Обычно встречи проходят каждую последнюю среду месяца с 10 утра и до 13 часов.